здание Федеральной налоговой службы в городе Вятские Поляны, где мы вчера побывали на приеме. И вот что удивительно, как бы, Федеральная налоговая служба, структура как бы государственного подчинения. У меня не было проблем там. Я пришел как бы и тут же все оформил, там льготы я оформлял, как бы это налоговые. Все оформил без проблем, как бы. Сразу после этого пошел в администрацию как раз города, вернулся. И вот там обнаружились проблемы. По этому поводу вчера подано заявление о масштабной коррупции в городе Вятские Поляны, в административных структурах. Пока это заявление на местном уровне, посмотрим, как бы еще раз подтвердит. Вчера уже связались с отделом ФСБ сразу, сами администраторы пожелали. Те повели себя как-то странно даже, в очередной раз по девичьи, как бы скажем, что не делает им как бы чести. Ну, у них сложная работа сегодня, я понимаю, как бы посмотрим. Что из себя представляет, вот в том числе по данному поводу, сегодня ФСБ, это управление ФСБ Кировской области. Там в администрации я предупредил, что есть заявление уже в Совет Безопасности непосредственно Путина. Он как бы это председатель Совета Безопасности страны от меня. И есть заявление генеральному прокурору, которое в открытом доступе существует, как бы. Ну вот посмотрим, кто из нас, кто из них сегодня рулит страной. По Вятским Полянам я даже не говорю, тут все просто очевидно, настолько все это примитивно выстроено. Ну, как бы это, видно, народ хавает, вот что плохо. А все остальное посмотрим, ладно.